утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Вот бы так я все время на диване лежал, день и ночь только спал, только спал. Доброе утро, ребят! Доброе утро, Кокси! Шунь, Шунь, ну что ты все доброе утро, ну дай поспать, а? Коксик, да ты что? Ты разве забыл, что мы сегодня договорились идти в лес проверять кормушки для птиц? Ну и что договорились? Если ты об этом первое вспомнила, вот и пошла бы сама. Ну мы же вместе. Шуня, ты мне мешаешь, не видишь, я сплю. Ну подожди немного, ну что тебе трудно, да? Ну пожалуйста. Ой. Что-то мне спать надоело. Шуня! Шуня! Доброе утро, ребята! Ой, а Коксик у нас еще в постели. Юль, ты там Шуню не видела? Нет. Ну вот, ушла. Вот ведь какая, а, Юль? А что случилось-то, Коксик? Да не обязательная она какая-то. Мы с ней договорились пойти в лес кормушки проверить. А она все утро по комнате вот туда-сюда без дела ходила, а сейчас, наверное, где-нибудь в куклы свои играет. Коксик, мне кажется, ты ошибаешься. Что-то на Шуню это не похоже. Юль, ты многого не знаешь. То ли дело, вот я хороший такой Коксик. Я и поиграть время найду, и кормушки проверить. Знаешь, Коксик, ты, конечно, хороший котик, но я что-то волнуюсь. Где же наша Шуня может быть в такой ранний час, а? Юль! Доброе утро! Шунечка, ну где ж ты была? Я ходила в лес кормушки проверять. Мы с Коксиком договорились, а он все утро проспал. Я проспал? Ну подумаешь, ну поспал немного. Могла бы, между прочим, меня подождать. А я на тебя обиделась, Коксик. Не? Ну и пожалуйста! Коксик, ну ты же говорил, что ты всегда найдешь время и для того, чтобы поиграть, и для дела. А? Юль, ну бывает. Ну что такого? Нашел с утра пару лишних минуток для сладкого сна. Пару лишних минуток нашел, а вот друга-то потерял. Ты думаешь? Ну вот представь себе. Проснешься ты завтра утром. Утром? Ой. Ура, Шуня! Шуня, доброе утро! Коксик, отстань! Дай поспать! Как поспать? А с кем же я играть буду? А кто мне поможет вон завтрак приготовить? Ну ладно. Самому придется. Так. Ой. Чашка скользкая. Ой, и... Ой! Разбилась. Ух ты! Шуня! Шунь, я чашку разбил! Помоги осколки собрать, а! Коксик, ну отстань ты от меня! Не видишь? Я сплю. Эх, ну ладно. Самому убирать придется. Ой, Шунь, я укололся, помоги! Ой, Юля, я себе такое представил! Ну как? Ой, мне было трудно без Шуни. Коксик, ну как ты думаешь, можно без друзей, а? Нет, это плохо.
Зачем только я ее обидел? Ведь мы вправду договаривались. Шуня, Шуня, да. Ты меня простишь, а? Мне даже представить страшно, что мы с тобой в ссоре. Прощу, конечно, Коксик. Мне ведь тоже без тебя трудно было кормушки проверять. Я даже не все посмотреть успела. Ну так пойдем посмотрим. Я очень рада, что вы помирились, мои хорошие. Надеюсь, наши ребята тоже не будут обижать своих друзей. Ну а теперь давайте попрощаемся, потому что наша передача подошла к концу. И за дело. До свидания, мальчики и девочки. До встречи. Всего вам доброго, ребята. И храни вас Господь. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулась облакам, новый день приходит.